Всем привет, это очередной эпизод по игре GTA 5, и сегодня у нас, друзья, супергеройский футбол. Наши герои постараются забить мяч в ворота, используя только силу своих рук или ног. А пока знакомимся с ними. Your friendly neighborhood Spider-Man, at your service. Boy, is my face red. Literally. Party with Iron Man, and you're invited. Hulk of three, let's go! Where have you been? I need your help. Let's move out. Are you happy to see me? I'm Nova, the last of a rare breed. New day, new mission. Am I right? E! Can I call you E? Hey there, palsy-wowsy! Yes, yes, I know. You are happy to see me. It seems your time has run out. Well, if it isn't my little bugaboo. Hey! I can't believe you do that to me, Spider-Man! Итак, у нас 13 супергероев, один мяч и ворота. Начинает у нас Человек-паук. Интересно, как же он сейчас будет бить по мячу и так размахивается? Вот это удар, и, по-моему, мяч катится в створ ворот. Да, он попадает! Молодец, Спайдермен! Отличное начало. Я думаю, что ни для одного из супергероев не составит труда забить мяч в ворота, потому что челлендж и правда оказался довольно простым. Итак, Железный Человек разбегается, бьет, но удар не такой сильный, хотя все равно мяч закатывается в ворота. Железному Человеку тоже удается забить свой мяч. Так, кто у нас следующий на очереди? А, по-моему, это Халк. Да, друзья, у Халка должен быть удар помощнее. Давайте посмотрим. И так разбегается. Ой, нет, он затормозил, но зато ударил четко по центру мяча ногой. Хоть удар и не был сильным, зато он точный. Халк тут пытается, смотрите, три раза еще попытался попасть по мячу, но, увы, у него ничего не получилось. Но свой мяч он забил. Итак, а мы переходим к следующему персонажу. Это Капитан Америка. Да, тоже один из самых сильнейших супергероев. Давайте смотреть. Вот это удар. Мяч аж подлетел. И, по-моему, направляется прямиком в штангу. Хотя... нет, все нормально. Мяч попадает в ворота, и Капитан Америка также отправляется ко всем ударившим супергероям. Итак, у нас следующий супергерой на очереди — Веном. Давай, Веном, покажи-ка свой супергеройский удар. Так, подходит, прицеливается и просто толкает его. Это не удар, надо бить сильнее. Давай, покажи. Вот это да, вот это я понимаю. Согласен, отличнейший удар нам демонстрирует вину. Ну что ж, друзья, а сейчас самое время оценить это видео своим царским лайком. Так, а Нова готовится тем временем ударить по мячу, подходит, тоже готовится прицеливаться и бьет ногой. Мяч катится в ворота. Давай, догони, может, еще разок успеешь ударить. Хотя нет, не успел, но мяч находится в воротах, а это значит, что и Нова тоже справился с этим испытанием. Так, следующий герой — это Зеленый Фонарь. Не так часто появляется, кстати, в испытаниях. Давайте смотреть, как у него получится. И получается у него отвратительно, друзья. Мяч попадает в штангу. О, нет. И он еще промазывает вторым ударом. Обалдеть, Зеленый Фонарь не справился. Я просто в шоке. Мне больше нечего сказать. Да, я думал, все супергерои попадут. Так, Дэдпул, давай, хоть ты не подведи, я думаю, что у тебя с меткостью все отлично. И так бьет, да, оказывается, комиксы не врут и догоняет второй раз, хочет ударить. Обалдеть, он запрыгнул на мяч, но подскользнулся, видимо, на нем и очень смешно упал на газон. Да, но главное, что мяч в воротах, неважно, насколько это было смешно, главная задача выполнена. Итак, Харли Квинн. Девчоночка, давай, подходит, вот так вот каблуком пинает. По-моему, это даже один из лучших ударов, очень точная метка. Попыталась также сделать второй еще удар, но он вовсе и не нужен был. Так, а на очереди у нас следующий супергерой, это Тотаро Кунжа. Чувак из каких-то японских комиксов. Я не сильно люблю, если честно, аниме. Если ты любишь аниме, обязательно
поставь лайк и напиши комментарий, какой фильм ты смотришь. Возможно, я тоже посмотрю. А тем временем Джотаро Куджо натыкается на мяч и падает точно так же смешно, как Дэдпул. Да, было здорово. И что же, у нас на очереди три последних супергероя. Это Бамблби, Черная Кошка и Космик Спайдермен. Бамблби бьет просто своей металлической ногой огромной, тоже прыгает на мяч и заваливается под него. Но мячик закатывается в ворота, и это значит, что он справляется с испытанием. Да, вот так вот все просто. И последние два героя. Черная Кошка, давай, еще одна девчонка. Не так много девчонок участвует, конечно, в наших испытаниях, но удары у них зачетные. Я не знаю, может из-за того, что у них женская обувь на больших шпильках, но прыгают они на мяч, конечно, очень здорово, выглядит зачетно, есть над чем поугарать. Итак, у нас заключительный супергерой — Космический Человек-паук. Итак, давайте же посмотрим, сможет ли он забить мяч, или зеленый фонарь останется единственным супергероем, который не забьет его. И, по-моему, наш Человек-паук тоже справляется с этим испытанием отлично. Да, и всего один супергерой из 13 не смог его забить. Ну а на этом, дорогие друзья, все. Если ты еще не подписан на канал Звон Геймс, самое время это сделать, ведь тут выходят только самые интересные видеоролики. А также не забывай нажимать колокольчик, чтобы их не пропускать. Пока-пока и до новых встреч!